еще одно мое открытие. Вот. Я убедился в том, что я прав, с одной стороны. И убедился в том, что я не первый. Ну, ничего, я это самое, Ирина Сергеевна, прощаю. Смотрите, есть уникальный садовод. Жаль только, что она это ограничила себя только яблонями. Вот. Очень жаль. Но она сделала такое, я считаю, это открытие. Вот. Теперь давайте вспомним Железова 20-летней давности. Итак, вот он. Никакими ухищрениями. Он есть, кстати, в этом самом книге постулатов, книга номер 3, которая так и не издана. Никакими ухищрениями невозможно заставить дерево дать урожай больше, чем он заложен в его генах программы развития. Вот. Тут немножко не литературно получилось, я по памяти вспоминал. Он есть в моих книгах, он есть в моих статьях. Вот, Крудюма подтвердит. Значит, это не просто постулат, это один из краеугольных камней. Это значит, никакими ухищрениями невозможно дать. Можно дать больше конкретный год и получить короткий век. И он будет не трогая, он даст все положено, начнешь трогать. Можешь укрупнить плоды, можешь уменьшить урожай, но сделать его более качественным. Там сахару больше, допустим. Ну, чем крупнее плоды, тем они как бы, ну, как бы выигрышнее. Вот. Но всем, чем придумали для того, чтобы увеличить урожай, это все страшная ошибка. И вот я, наконец, нашел. Как я нашел? Я уже когда, знаете как, я когда вот этот самый, сфотографировал эту страницу, так, я его из Овсинского. Вот. Есть такие люди, которые, будучи выдающимися, как он, да, кстати, земляк, я так помню, что его печатал Киев, наверное, все-таки он украинец, ладно, или поляк, ну, неважно. И он очень трудился, он хорошо, он умница, все. Но знаете, как бывает, его вот это вот, что касается плодовых деревьев, это я чуть отвлекся, я из-за него фотографировал это, вот. Что, в общем, получалось так, калечим дерево, добиваемся больше урожая, это от него пошло. Вот. Сейчас он, конечно, в гробу переворачивается, если слышит это, но я вынужден сказать, я докопался. Вот. Пугать деревья, калечить, вот это пугать, это его слова. Вот. Все он рассказывал правильно, но нельзя было это брать на вооружение. Почему? Садоводство шло на север-север, я уже не говорю про Сибирь. Оно пришло из Киева в Москву и так далее, Питер еще севернее. И тут все было похерено, я уж такое слово. То есть оно показало, вся эта теория на практике показала, что она годится только для юга. Вот, вот так случилось из-за этого. И вдруг я нахожу, уже когда вот сейчас, буквально вчера, позавчера, готовясь к вебинару, я просто бросил в глаза. Дело в том, что Ирина Сергеевна, она замечательный садовод. Вот. И, но когда-то, неудобно мне говорить, когда-то я буквально тоже пару вот этих вот чисто практических, не хочу возвращаться в прошлое, чисто практических советов, они были настолько, на мой взгляд, не просто бесполезные, а каторжные, что я больше с ее советами, решил, что просто забыть про нее и не критиковать, потому что неудобно. Старейший ученый плодовод, видите. И вдруг я сейчас готов ее на самый высокий пьедестал. Почему? А она, оказывается, умнейшая женщина. Смотрите. Сравнивайте. Мой постулат. Не сегодня придуманный. Я у нее ничего не брал. Вот. Доказала, с окультуриванием общая продуктивность дерева не растет. И вот эта фраза меня поразила. Научное плодоводство на нее даже обиделось. Понимаете, десятки, сотни, тысячи ученых, если брать за десятилетия, за столетия, долбили нам калечим, а он еще крупнее. Я как это самое, пятый или восьмой раз говорю.
сосед на наших глазах идет это. У меня фотографии есть, я фотографирую прямо через забор, когда я проводил семинар. 15 свидетелей. Мой сосед со стремянки калечил деревья. А когда я его это, сказал, Алексей, что ты творишь-то? Он на меня посмотрел, только что по плечу меня не похлопал. Зная, что я преподаватель, ну, как бы сказать, ну, в своей, как это, в своей нише. Да, в своей нише я преподаватель, все знают. Вот. Только не похлопал по плечу. Посмотрел на меня снисходительно, в руках ножовка, это самое, пила садовая. Константинович, ты ничего не понимаешь в садоводстве. Слово-слово цитирую. Запомни, чем больше режешь дерево, тем больше урожай. Так вот, тут получилось разделение. Исаева на моей стороне, или, так как она старейший садовод, а я почти старейший, скорее всего, я на ее стороне. Я сделал открытие. Общая продуктивность дерева не растет. И мы оказались уже нас двое. Поздравьте меня. Вот это праздник. Да, я уступаю первенство. Я думал, что я первый догадался на планете. Ну, пусть второй. Научное плодоводство на нее даже обиделось. Представляете, всю жизнь учили калечить, и вдруг она говорит, бесполезно. Она, может, не придала такого значения, знаете, чему? Тому, что, ну, как бы не видя всей страшной катастрофы, я увидел из Сибири. Вот представляете, сколько я открытий сделал. И что мне делать дальше? У меня-то таких, знаете, сколько всего. Как мне останавливаться-то? Другое дело, слушатели нужны. Если будут пустоту говорить, мне не получится. Вот это мой вывод. И пора создать короткую, ёмкую работу. Я, наверное, возьмусь за нее, пока будет этот, как её, изоляция. Так как моя книга постулатов не востребована. Я даже забыл, сколько у меня их. А они четкие, понятные. Я хочу как сделать. Я беру роскошные фотографии. У меня их сотни. Знаете, сколько их же? Видели, наворовали эти. А потом постулат просто. А фотография даже не учебная под эту. В книге есть такое. То есть у меня еще мои выводы основывались на конкретных фотографиях. Тоже видно же, что творится, да? А здесь будет просто красивое фото в Сибири же. Вот. А меня еще и удивляет, почему перед учеными не поставили такую задачу. Хотя бы так.